Бога ради, я пока сниму всю жительство. Итак, продолжение, вторая часть. Кстати, как я говорил, сразу люди появляются. Какой вы посоветуете у вас, портвейн или вермут? К сожалению, у нас только пиво. Пиво? Да, у нас. А это проблема с карта. А, вон оно как. Ну, мне вот вчера говорил, что это крепких нет. Да, да. Ёлки-палки. Вот посмотрите на мое честное, не пьющее лицо. Только пиво, которое я вообще не пью со времен блин-службы. Терпеть не могу. Даже красный. А, ну красных да, тоже. Вообще ничего нет. Максимум, что я могу предложить вас через дорогу из магазина. Нет, это. У меня у самого бутылка водки стоит. Серьезно, хороший. Вообще ничего нет. Ну это, мне нужно чисто ритуально тост было выпить. Ёлки-палки, а. Сейчас я задумался просто. Я вчера подозревал, что что-то похожее. Пиво прям вообще не пьете? Вообще не пью. Импортное, вкусное. Ну не люблю. Ну, когда вас заставляют пить полгода одно пиво и больше ничего, знаете, офигеть. Причем тоже вкусное, хорошее пиво ящиками. Что вы болеете, вам надо камни в почках чистить. А корабль приехал, раз в полгода привез пиво и больше ничего. На острове, на небе драйв. В Охотском море, в Тихом океане. Так. Сейчас сниму этот ключ еще. Нет, там нет никого. Все. Женщину я снял, то это амазонку. Итак, ребята, случился дикий облом. Вот щит еще я не отметил. Ну суть какая? Я сейчас все-таки выпью. Почему? За кого я выпью? Я выпью за путешественников во времени, за военную разведку генерального штаба, которая занималась и со времен княгини Дашкова этими вопросами. Как я уже говорил, много их было и будет еще. Но, видите, даже мы дожили до того, что мы не можем даже налить по-человечески, да. Но мы нальем по-своему, правда, не здесь, этажом выше. А любой путешественник во времени должен иметь вот эти предметы. Расческу. Хороший нож. В наше время это все-таки более прагматичный швейцарский нож. Хотя можно и булат кованый. Без ножа, как говорится, вообще никуда. И источники огня. Спички в этом плане не фонтан. Хотя зажигалка имеет свои огромные недостатки, особенно в холодном климате. Конечно, особо любящий комфорт могут прихватить зубную щетку. Могут прихватить даже бритву. Но вот эти вот вещи вам после первой недели пребывания там навряд ли уже понадобится, поэтому это все лишнее. А таскать лишний груз абсолютно не резонно, абсолютно некомфортно. Но тем не менее, видите, опять не буду снимать, получилось. Тем не менее, это так. То есть вот это я к тому, что поле тут стоит определенное, мешающее, так сказать. Но тем не менее. Это, кстати, недостаток, вернее, недостаток, это признак разрушения пространства, когда существует стабильно мешающее поле связи поколений, связи событий и выстраивания логических понятных цепей алгоритмов, в том числе исторических. В том числе и ритуальных, связанных с поминанием героев. Вот так вот, ребят. Все плохо, поэтому этому городу на самом деле мало что светит. Ибо он в поле хаоса и деструктива. Ну и по поводу математиков, которые курируют изучение аномалий эфирных, то есть один гидролог, то есть гидролог и эфир, это эфир, вся наука дореволюционно воспринимала как жидкость, да, как течение жидкости. Ну, а математика, сами понимаете, параллельные пространства, миры,
хроносинхронизация, то есть механика такая, все эти звезды и прочее. Все эти знания присутствовали, они в той или иной мере обрабатывались. Точно так же они добывались. Ну, приведу известного Пржевальского, которому стоит памятник. Да. Приведу пример его сына Сталина, известного нам, да, как Джугашвили. То есть все это было, но, увы, Россия все это практически потеряла. Это я говорю вам как человек, который 15 лет назад был в одну из программ включен, но потом из нее вычеркнул. Ну, собственно, оттуда и произошли звездочки Кунашевского. Поэтому научное обоснование там охрененное, но как бы, чтобы рассказать его, надо рассказать закрытую историю России. Увы, на все это у меня, к сожалению, нет времени. Я могу только делать, творить и создавать побуждающие вас к исследованию вот такие короткие фильмы, да, а дальше ваше дело, как это воспринять и как отреагировать. С вами был Юрич, шикарный отель Марко Поло и вот эта вот богиня, которой все посвящено, собственно, весь культ. Здесь она выражена вот так вот, с поверженными силами тьмы, которые вот пронзены копьем. Та самая дама, перед которой склоняли колени рыцари, и которых сейчас мы в текущей жизни практически не наблюдаем. До свидания.